Здравствуйте! В эфире программа «Новости Большого округа». В студии Екатерина Дубровина. Смотрите сегодня в выпуске. Поставим в план приведения, наверное, на предстоящие периоды саму площадку. То есть мы ее заасфальтируем, приведем в порядок. И в ближайшее время там поставим 2 8-кубовых бункера для того, чтобы было удобнее туда складировать мусор. Привести в порядок. Контейнерные площадки Пушкинского проинспектировал глава округа. Заплати налоги, сохрани имущество. В округе продолжаются совместные рейды налоговой инспекции и судебных приставов. Всем спорт. 5 километров пройти или пробежать предложили организаторы проекта «5 верст» Пушкина. Об этом и многом другом прямо сейчас. Правильное отношение к сбору мусора. Контейнерные площадки округа приводят в порядок. Глава Пушкинского Максим Красноцветов осмотрел их обустройство в поселке Черкизово. Особое внимание уделили складированию крупногабаритных отходов, а также посетили несколько площадок, отведенных под временное складирование мусора. Ставить ее, машина заезжала, зимой чистить. Такая история. То есть, как бы, если мы его поставили, его надо содержать. Содержать и эксплуатировать так, чтобы было удобно и жителям, и обслуживающим организациям. Это 36-кубовый контейнер вблизи железнодорожной станции Тарасовка, предназначен для крупногабаритного мусора. Сюда его привозят со всего поселка Черкизово. Глава округа Максим Красноцветов осматривает площадку и интересуется, насколько удобно ею пользоваться. На этой территории в Черкизово 15 контейнерных площадок. Крупногабаритный контейнер, 36-кубовый, который предназначен для складирования именно КГМ. Эту схему, я считаю, надо немного изменить, потому что неудобно крупногабаритный мусор складировать в 36-кубовый контейнер, потому что он достаточно большой и фактически, физически достаточно сложно забросить без применения механизмов мусор, тем более крупногабаритный мусор, в этот контейнер. После осмотра принято решение, площадка останется. Она здесь очень нужна, но изменится подход к ней. Мы поставим план приведения, наверное, на предстоящие периоды саму площадку. То есть мы ее заасфальтируем, приведем в порядок. И в ближайшее время там поставим 2 8-кубовых бункера для того, чтобы было удобнее туда складировать мусор. Вы тоже замечаете, что в недалеком прошлом достаточно сложный был вопрос в Пушкинском городском округе в части содержания контейнерных площадок, а всего их 2276. Именно вопрос вывоза мусора стоял достаточно остро. Сейчас мы активно работаем в этом направлении, и я уверен, что наши жители тоже видят, что эта проблема у нас постепенно уходит. Еще одна точка в графике посещения главы – места, отведенные под временное складирование мусора. В 200 метрах от железнодорожной станции Тарасовская отходы пластиковых труб, битый кирпич, доски – явление временное. Навалы строительного и иного мусора скоро уберут. Все эти земельные участки принадлежат собственникам. Они попали под изъятие. Здесь будет проходить трасса. Мусор, который сейчас здесь находится, результат того, что сносились строения, которые находились на этих земельных участках. В ближайшее время застройщик, который ведет строительство дороги, освободит эти земельные участки, в том числе и от крупногабаритного мусора, который мы сейчас наблюдаем. Мы видим то, что этот мусор здесь складируется. Мы общаемся с застройщиком, который ведет здесь хозяйственную деятельность. И в ближайшее время, да, этот мусор будет убран с территории Черкизова. Юлия Постриганева, Александр Корнеев, Олег Устинов. Новости Большого округа. Не заплатил налоги, лишился автомобиля. Житель Пушкина стал пешеходом из-за задолженности в 300 тысяч рублей. Тем, кто имеет налоговую задолженность, стоит задуматься над тем, чтобы ее погасить. В округе продолжаются совместные рейды налоговой инспекции и судебных приставов. Подробности в репортаже моих коллег. За 3 года почти 300 тысяч рублей. Такая сумма долго накопилась у жителя Пушкина перед налоговой инспекцией. Хозяин «Мерседеса» приехал менять колеса в шиномонтаж, но ушел оттуда пешком. Совместный рейд налоговой и судебных приставов проходит регулярно. В связи с тем, что должник не предоставил документы о погашении задолженности, а также справки из налоговой инспекции об отсутствии данной задолженности, автотранспортное средство эвакуируется на штрафстоянку с целью побуждения дальнейшего погашения
погашение задолженности должником. Машина будет эвакуирована. Хозяину надо обратиться в налоговую инспекцию. Там выдадут квитанцию с суммой на настоящий момент. Ее необходимо оплатить и предоставить квитанцию в службу судебных приставов. Это можно сделать сразу после встречи с инспекторами, чтобы долго без машины не ходить. Автотранспортное средство будет направлено на автостоянку. После, когда будет погашена сумма задолженности, автотранспортное средство будет возвращено владельцу. Совместные рейды налоговой инспекции судебных приставов проходят на регулярной основе. Они ходят по домам и выслеживают должников. Стоит проверить свою задолженность и начать ее погашать. Ведь если у вас есть долги перед государством, тогда они придут к вам. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глызер. Новости Большого округа. И к другим новостям. О дорожных работах на участке Мытищинской Хорды, о выплате пособий на детей и танцевальном фестивале «Город танцует в парках». Смотрите далее в нашей постоянной рубрике «Новости одной строкой». Первый участок Мытищинской Хорды подготовят к открытию уже в январе. Участок в 10 километров от Афанасовского до Пироговского шоссе сократит путь из Пушкина в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню. Хорда будет дублировать один из самых интенсивных участков МКАДа на севере. Дорога в 4 полосы пройдет по маршруту Виноградово-Болтино-Тарасовка. 3 километра из 16 пройдут по территории округа Пушкинский. Участок разгрузит Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе, сделая дорогу домой комфортнее для 850 жителей. В конце лета более 33 тысяч детей получат выплату пособия сразу за 2 месяца – август и сентябрь. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина. Размер пособия зависит от возраста ребенка, статуса семьи и составляет от 1200 рублей до 8500. Также в этом году по решению губернатора многодетные семьи с низкими доходами получат выплату на школьную форму в увеличенном размере – до 10 тысяч рублей. Это отличное подспорье и помощь в подготовке ребенка к школе, отметила Коклюгина. Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье 12 августа. Событие объединит 160 коллективов Московской области. Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья. Завершится фестиваль галоконцертом, который пройдет 2 сентября в Пестовском парке Балашихи. Прямая трансляция галоконцерта пройдет в эфире телеканала 360. В минувшие выходные было дождливо, но это не помешало любителям спорта отлично провести время на свежем воздухе. Дружеские старты прошли на набережной реки Серебрянки. О проекте «Пять верст» расскажет Мария Лихобабенко. 3, 2, 1, побежали! 5 верст – это бесплатные еженедельные дружеские старты на 5 километров. Они проходят во многих парках страны каждую субботу. В нашем округе забег состоялся на набережной Серебрянки. Немножко дождливое утро сегодня. Я думаю, нам не помешает, потому что все с любовью, как сказал предыдущий оратор. Мы, как администрация, поддерживаем всегда такие мероприятия. Перед забегом проводится инструктаж и небольшая разминка. Чтобы все было безопасно, в конце бежит замыкающий. На трассе тоже не заблудиться. Стоят волонтеры, которые показывают, в какую сторону бежать и где поворачивать. Мы бегаем в любую погоду. Конечно, это должно быть в рамках безопасности, но тем не менее нам не страшен дождь. И наш позитив и наше хорошее настроение разгонят тучи. Кто-то бежит на результат, кто-то бьет свой личный рекорд, а кто-то просто бежит для здоровья. Такие забеги делаются, чтобы привлечь население к активному и здоровому образу жизни. Создается дружеское сообщество людей с общими интересами. В этот раз собралось более 100 человек. Это не гонка на время. Здесь каждый участник проходит дистанцию в своем комфортном темпе. Как видите, сейчас я перешла уже на шаг. Сзади меня тоже некоторые люди идут шагом, кто-то еще бежит. Главная задача – это хорошо провести время на свежем воздухе в
компании единомышленников. Приехали даже постоянные участники проекта «5 верст». Кроме местных бегунов, были любители бега из Москвы – Балашихи, Мытищ и Химок. Мы представляем команду «Мытищи бегут». Мы приехали из Мытищ сегодня поддержать коллег по 5 верстам в Пушкино. Мы тоже на 5 верст Мытищи бегаем и организовываем себя в Мытищ. Мы соседи Пушкино, а мы в Мытищах. Они приезжают к нам, теперь у них есть 5 верст, и мы приехали к ним. Каждый проходит дистанцию, как ему удобно. Кто-то делает это с музыкой, а кто-то даже босиком. Николай Матвеев уже 5 лет выходит на пробежку без обуви. Люблю бегать босиком, потому что это не только оздоравливает организм, а из земли мы получаем определенную информацию. Это цитата. Есть вещи, которые в нашей жизни работают незримо. Также участие принял кёрлингист на колясках, мастер спорта России международного класса Виталий Данилов. Ранее он был на таком же старте в Смоленске, а теперь и у нас. Первым прошел дистанцию Алексей Щукин. Мужчина занимается бегом порядка 15 лет. Старается каждую неделю принимать участие в стартах 5 верст. Забег прекрасный. Очень понравилась трасса. Она красивая и с некоторыми сложностями в виде мостика, поворотов определенных. То есть сегодня погода дождливая, приходится быть осторожным. Но при этом трасса сама по себе достаточно быстрая. Все желающие могут присоединиться к проекту и бегать каждую неделю по субботам на набережной Серебрянки. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глызин. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. Заключительный месяц лета вступает в свои права. Во вторник, 1 августа, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем температура воздуха в Пушкинском поднимется до плюс 27 градусов, а ночью будет плюс 19. Ветер слабый, юго-восточный, 2 метра в секунду. А я напоминаю, что все наши материалы и новости округа вы можете найти в соцсетях. Во ВКонтакте, в Телеграме, на Дзене. Это все, о чем вам хотели рассказать журналисты нашего телеканала. А я, Екатерина Дубровина, прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в следующем выпуске новостей Пушкинского.